Этому мужчине, похоже, придется пересмотреть свои планы на жизнь на много лет вперед. Стражи порядка задержали закладчика наркотиков прямо на месте преступления. Правонарушитель оказал сопротивление и попытался скрыться на автомобиле Toyota Prius, но не справился с управлением. Автомашина съехала с проезжей части в кювет. Водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан полицейскими. Экспертиза установила, что вещество, которое стражи порядка нашли на местах закладок, является героином. В отношении задержанного возбуждены 6 уголовных дел по статье «Приготовление к сбыту наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.